challenge time. И снова всем привет, и мы продолжаем Вандербоя. Видосика не было в прошлый раз, потому что я приболел и не хотелось лишний раз напрягать горло, и ощущение было такое себе. Вроде практически уже выздоровел, да твою ж мать. Так, это трогать тоже нельзя. Ах, ладно, нафиг. Да твою же дивизию. Вот эта вот дурацкая херня, когда тебя бьют, пусть уже не отнимает хп, потому что ты типа бессмертный в этот раз. Так, пошла это говно, когда... Аллилуйя. Ну тут, смотрите, либо тут наверху что-то может быть. Я не помню, у нас карта как-то вызывается. Мышка вообще упоротая. Так, я помню, что как-то можно было вроде вызывать, нет? Так, ну это перелистывать. Или все-таки нельзя было карту вызывать, ладно. Куда это нас ведет? Никуда не ведет. А! Так, а ты докуда бегаешь? Туда-сюда? Ну тут мимо тебя никак не пробраться. Если ты, конечно, неубиваемый. Вполне возможно, ты убиваемый. Куда ты его отправил? Он убиваемый. Тоже проще. Надежно, из Японии. Лезвие сюгуна. Сюгун щит. А чё так дешево по сравнению с другими? Сюгун латы. 55 защиты. А у меня-то сколько сейчас она дает? Твою же дивизию. Вот как хорошо я тебя, а? Не ждал. 65. А какой смысл мне менять? Ну вот кольчужку дам. А! Это я не посмотрел. 55 и 35. Ну это я уже не куплю. Щит сюгуна 55. У меня он 65. Ну, лучше этот и оставить. Так, ну вот лезвие сюгуна, да, рулит. Блин, все-таки пришлось бутылку выпить. Ну вот в жопу. Так, здесь вы оказались проще. Это ж одни из самых гадких противников были в монстр бое. Это твою ж дивизию. Чего ж так сложно попасть тебе? У меня какое-то вообще маленькое окно для попадания. Да что-то вообще, у него такая дальность у этой мышки, что... Пытаться попасть?
Проще сразу вот этим бить. У него хоть дальность хорошая. Конечно, цветок, который плюется огненными штуками. Я просрал свой волшебный бумеранг. Хреново. Ты чё не прыгнул? Хватит измываться. Мы, кстати, не посмотрели, как выглядит скелетики в старом варианте. Чё тут на спидах надо просто бежать и все. Блин, а вот здесь уже интересней, да? Его же заносит еще немножко. Сюда прыгай. Скажи, что ты ушел и все. Опять эти безмозглые, безголовые. Что с тобой? Вот и ключик. Тут какие-то некроманты будут, наверное. Че? А внизу тогда что? Если там ключик. А, ну значит, это все-таки секретка. О. Да нет, что-то дорого. Так, а это выход. Короче, это тоже шутка от назад. Да. Да ты чё не сдох? Чё-то как-то тяжко идёт. Ну конечно, это будет чувствую весело. А, можно ещё выше подняться. И отсюда уже... Какого хрена? Почему ты так долго залазишь? Хоть бросай серию, блин, на следующий раз. Так, и куда это приведет нас? Здесь это просто секретка. Вот опять тонна разветвлений. Кстати, потом, если не забуду, покажу вам галерею в титрах. Да, это своего рода секретка. Что музыку записывали, оказывается, вживую. То есть это не синтезатор, там реально флейты всякие и прочее. Хотя именно вот не хватает количества инструментов, мне кажется. В этом плане чуть переработка в Монстр Бое была, конечно.
более прикольно. Хотя, опять же, там больше экшона, больше действий, поэтому музыка, наверное, более подходящая такая. А тут более как-то более поспокойнее, поэтому, возможно-то и нормально. Да бляха-муха! Да, я забыл, что щит-то может. Отражать удары. Какие неудобные враги. Это просто писец. Та мышка просто сосет. О, еще и такие духи. Шикарно. Так, а это как? Это, видимо, нужно круг сделать. Такой стены вы типа не проходите, только если появляетесь, да, вот падаете сверху, то еще можете пройти, а так нет. Не, отвратительные враги. Какие-то вот с этими движениями, если честно, с заносами. Просто одуха какая-то. Ага, то есть вы шапкой меня задеваете. Вообще шикарно. Это что, щит какой-то? Да что мне такое дали? И не ключ, это самое интересное. Короче, какую-то херню дали. А какую, не совсем понятно. Ну, хоть бабок дают неплохо вот эти вот товарищи. Поскакунчики, блин. Ну и хрен с вами. В общем-то. Ну шикарно, он еще двухударный. И он отлетает от любого врага назад. Я думал, просто он что, двойной враг, так сказать. Ладно, хрен с ним. Че ж тебя фаерболами-то не бьет? Это нечестненько, знаешь ли. Ты... Ох. Ясно, понятно. Теперь в самый низ, чтобы потом туда загнуть и пойти опять наверх. Это пипец, вы чё? У меня хпшек не хватит. Вот эта музыка что-то незнакомая. Да блин, чё ж ты не спрыгнул раньше? Я же нажимал. Блин. Бутылка откуда-то появилась. Может, я тогда бутылку взял. Сейчас бы я не прочь был бы даже потратить 300 бачей на бутылку. Потому что проходить это по заново, это что-то жестко.
Тем более денег хватает пока. Ну, тоже забавненький, в принципе. Да, геймдизайн уровней, скажу я вам, просто шикарный был. Опять эти рыбы-призраки. И скелетики. Ну, чтоб вообще не скучно мне было тут, я смотрю, да? Скелеты куда-то пропадают. Так, ну тут еще веселее. Ну, как оказалось, не так сложно. Дракон-зомби. А! Ясно. Прыгать надо не забывать. То, что нельзя не переключаться на другую форму, это, конечно, очень расстраивает. На самом деле, я представляю, что было бы с игроками, если бы в 87-м это вроде игра вышла году на Disk System, там еще куча на всяких... Чтобы они почувствовали, увидев такую красивую картинку. Да твою ж дивизию. Когда раньше надо нажимать. С учетом пинга, так сказать, нужно бить. Там, по-моему, по 6%, да, мы отнимаем где-то. Нет, по 8. Ну, вот последний раз остался. Твою мать. Вечно мне монетки не дают забрать. Это как издевательство. Теперь я могу плавать, да, типа? Наверное, нормально, нет? Да. И чё? О! Как бы говорит нам враг. Ну хрен там. Хрен там плавал. Но сейчас эта бутылка мне и не нужна. А где у нас вода была много? Односторонняя дверь. Так, а я ж теперь под этим не смогу ходить, да, чтобы вернуться, допустим, и вот здесь вот все забрать. Купить. Какие возможности ты имеешь, кроме плавания? Да. Так и понимаешь, где-то надо в воду нырять, наверное, искать. Так, это у нас выход туда. Это выход отсюда. Ну да, конечно. Замок-то мы не убрали. Чтобы игроки мучились, догадывались. У нас еще было в пустыне, помните? Да, вот если туда пойти.
Рыбе, конечно, идти в пустыню. И прям дала, что надо. Ну и скачи сюда. Живучая падла. Да, короче, успевать догонять и второй раз наносить удар, пока он в таком бессознательном состоянии. Вы чё такие жирные-то? Так, ну хоть пол не обваливается. Тьфу. Что-то тут мясистее начинается все. Как хорошо, два сердечка. Это три сердечка за раз. Правда, они по половинке все восстанавливают. Так, зеленые духи, которые кидаются камнями. Чтоб слишком скучно не было. Угу, спасибо. Так, ну этого-то мы, может быть, и перепрыгнем. Сейчас он большую пустит. Ну, то есть, он сердечко кинул, то было бы интересней. В воздухе его ловить. А. Да, вот я здесь сердечко и, в принципе, и надеялся, что он мне его даст. Хе-хе-хе, подфармим. Ну, какой ты модный, а? Куда ты по лаве пошел? Дурачок, что ли? То есть в воздухе ты не умудряешься, да? Щитом пользоваться. Ох. Сюда прыгай. Сюда, говорю, прыгай. Сюда прыгай. У тебя наверняка сердечко какое-нибудь. О. Я другого ждал. Кольчуга дракона. Особенные свойства. Не пропускает лаву. Ху. Кто сказал, что драконы не модники? 12, 24. Ну, это самое лучшее как раз, да. Так, а я могу подкопить таким образом жизни? Или ты только деньги даешь? А, кстати, мы дальше не пройдем без этого, без щита. Ой, без... Вон главные модники, скелеты. Да... Вот это уже было слишком, скажу я тебе, товарищ скелет. Ты еще фаерболами кидаешь, это вообще охреневшая рожа.
сердечко. Сердечко. О. Ни хрена себе ты отнял. Мы хоть раз сможем, не знаю. Я уже забыл, что мы за девочку играем. Не, еще. Хочешь стать ухой, не забудь надеть кольчугу дракона, там жарко. Надо все-таки туда идти, да? Но что-то меня выносит прям жестко. А вот куда я хотел. Так, вот эти камни я разбивать не могу. Но мы зато попали в какую-то новую локацию. Сердечко было бы более актуальным. О, блин, меня же все и забрали еще к тому же. Вот это внезапно. Так, а как я туда попал? Через церковь? Нет. Через сюда? Вот здесь вот типа у нас. Но тут полет нужен какой-нибудь. А, и мы сюда и выйдем тогда. Так, тогда подожди. Там же можно было типа перепрыгнуть. Хотя я не уверен, что именно можно перепрыгнуть. Это как-то сломать можно. Не, мне кажется, не получится перепрыгнуть при всем желании. А, ну надо было через этот и выход идти, чё я? Чё, идем опять в лаву тогда? А, подожди. Подожди, не, давайте прогуляемся до конца. Я куплю сразу все доспехи, что там есть. Возможно, нам туда возвращаться не надо будет тогда, потом. Может быть, денежек еще чуть подкопим по пути. А, и можно поплавать еще, кстати, здесь посмотреть. Вот дверь, например, вот это мы были в этой двери. О, водяной щит. И он не ржавеет под дождем. Ну отлично. Еще бы он ржавел под дождем. Хотя кислотные дожди и так далее. Может быть, у них тоже есть. Такая все-таки гавайская тема немножко. Под пляж очень подходит. Ну то, что оно как-то очень странно в два потока. Это... Не, нам сюда придется вернуться, видите, тут камни шламать надо будет. Щелк, 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 щелк. Товарищ краб, иди вон туда, там твоя галера вон плавает. А! Блин, он всплывает, прыгает, и потом при ударе это самое не может плавать. Nope. Мне сюда не надо.
сложнее тут попадать по врагам. Надо как-то чуть на опережение это делать. А, зря я прыгнул. Так, товарищ, ты там обещал нам щитмастера какого-то, да? А, пиранья, это в смысле я же пиранья, тут думаю, что за пиранья? А, 1900 нужно. Давайте я позарабатываю и куплю сразу. Ну, всего 2 минуты и готово. Вначале бегал туда-сюда, а потом... тупо это самое... вышел, убил двух крабов, зашел. И все. Так, а тут только у нас секрет? Я что-то думал, что здесь такой же выход будет. Давай посмотрим. Щит мастера. 40. Ну, водяной щит тут однозначно. Кто меня доставать будет здесь? Пока я буду крабов спокойно разфигачивать. Тем более, вот уже вернули стрелу. Не стой под стрелой. Так сказать, только над стрелой в данном случае. Ах. Так, у этой двери мы тоже были, по-моему, да? Откуда тут? Очень странно. Или они такие перезаряжаемые? Нет. А как так? Охренеть, умудрился не ударить. Но все-таки в монстр бои крабики веселее выглядят. И веселые. Шлепают своими этими шлепалками. Да, на вот этих товарищах фармить как-то. Ладно, пойдем в пустыню. Купили щит, который на поверку оказался хуже, чем который мы по пути к этому щиту нашли. Почему-то мне кажется, что вот эти штуки, которые можно будет ломать, они будут при выходе из уровня переспауниться. Интересно, а меняется ли... Не, не меняется. Ну, только в новой версии меняется. Подожди, опять я сюда. А, где у нас? Вот. Там же что-то наверняка же есть. Там птица нужна. Ну, тучка. Чё, не можешь уйти за зону, да? Подставили тебя разработчики. Тут вообще упоротые.
Ну давайте со старой музыкой чуть погуляем. Ну а то даже удары старые. То есть полный ретро-звук. Как проще стало проходить, а? Ну, кстати, не так много хп он отнимает, что самое интересное. Ну, а теперь я могу и сердечки забирать их. И вот этих уродцев бить. Не зря потратил на него время. Ай. А может и второй дашь мне тогда, раз я уж просрал скелета. Нет, ну ладно. Не, не угадали. Вообще не угадали. Они, знаете, кстати, очень похожи на первобытные подсолнухи из Plant vs. Zombie. А, кстати, смотрите этот. Тут нет этого прикола. Тут типа зефирки. Да. Ладно, пойдет. Ладно, похеру. Дошел до какого-то замка, кузницы какой-то еще. Ой, тут водичка, и тут для мышки есть что-то. Вроде отдельной кнопки нету на переключение. Или есть, или я тут... Опа. Тут есть отдельная комната для переключения. Ну, давай мышкой там, по-моему, в первую очередь я видел... О, для мышки. Тут опять нужен, блин, ломать блоки. Птица может, сможет их ломать. А, нет, смотрите. И что это? Штука, которая позволяет ломать блоки. О, как. А где мне это увидеть? Мне вот интересно. А вот, громовое кольцо. Но его нельзя выбрать, чтобы посмотреть, что это.
Да, оно заспавнивается заново. Но это логично, потому что некоторые штуки там намекали. Давайте останемся рыбой. Раз наш рыбную форму дали, тем более я вообще не хочу вот дурацкую форму мышки. Тут фармить можно. Выход. Ха. Интересно. О, как. Быстрый доступ к изменениям. Давай пока рыбу, потому что там было в воде эта штука. А как ударить-то вверх? Может, я смогу этим бить? Нет, он пролетает насквозь. Я думал, раз у меня есть игровое кольцо, может быть, оно с помощью него и на мои эти самые, на мою магию будет работать с тем же успехом. Меч-талисман. Особенные свойства. Атака 90. Так, 47. Так, атака 90. Сколько у меня сейчас атака? 85. Ну, это уже лучше. Однозначно. Доспехи самурая. Так, 47 защита. Ну, да, лучше. Я ж могу заспаунить, да, обратно все. Но тут реально птица нужна. Да, при всем желании не смогу добраться. Так, под водой, я помню, было. С секретком. В принципе, если быстро плыть... Может, не... Какие-то у них волшебные чернила, самовозгорающиеся. Так, а я этот-то сделал. Меч-талисман взял, все. 90. Возможно, больше шанс выпадения денег там или прочего. Что логично было бы предположить. Так мы на самурайский скоро накопим, если тут не будет еще кому-нибудь херня. Блоки, которые бьют, ну охрененно. Притом они меня не расплющивают, именно просто ты их трогаешь, они тебя бьют. Кстати, мешки настолько охреневшие, что ты считаешь, что раз в них много денег, что они... ты сам должен к ним подходить, они ж не катятся. Давай тут сердечко. Оу, май. Я весь день лечу рыб, у меня укачивает. Нету секретки случайно. Ха-ха.
Так, тут какой-то пиратский корабль очередной. Ну, давай зайдем в корабль, хотя там, мне кажется, целая локация будет. Затонувший корабль, да. Давайте... Ну, окей. Ты, блин. Кусок тряпки. О, ну, в оригинале они тоже достаточно жуткие. Блин, его же заносит немножко, поэтому... Куда ты? Так и знал, даже два. Ну, чтоб сердечко дали. О, у вас сразу это, дифференциация по цвету. Желтых нету, надеюсь? Ты еще и фарболами кидаешь, ты вообще охреневшая рожа. Ну да, тут она больше подходит под... Под общий смысл. Это прям мини-босс. Кстати, мы и вернуться теперь за мышку-то можем, чтобы тот магазин ограбить. Вот куда вы, блин, беретесь? Еще и сожрали мою. Ух, нихера себе. Впервые такую штуку дали. А как мне перепрыгать, извините, чтобы меня не ударило? Вылез от греб. Как то старое видео, где чувак нарядился этим, типа пугалом, что ли, на Хэллоуин. И решил напугать чувака, а тот ему вмазал. Теперь вы не будете плавать, да, вы будете просто сидеть на бочке и плеваться. Все так же фаерболами. На нож напрыгнул практически. Самоубийца. Куда ты прешь? Не видишь, у нас обед. Да куда ты меня выталкиваешь? Ну давай большое сердечко. Хотя бы маленькое. Блин, надо все осторожнее, осторожненьки. О, блин. О, а у меня еще и две бутылки откуда-то взялось. Ну, тогда убьем, наверное, босса. Если он меня вот так вот не будет зажимать.
А может быть сердечки, как и монетки, рандомное количество, так сказать, выдают. То есть сердечко не обязательно означает, что оно должно быть там 0,5 сердечко. Это бы многое объяснило. Монетки же разного достоинства. Капитан Дракон. Да, я тебе хотя бы раз ударю, чтобы понять, куда тебе бить. По два. Вот это. Вот это ты вытворяешь. Какой-то ты неудобный вообще. Хотя тебе еще попасть надо, умудриться, блин. Не, я тебя не затащу. Все, кончилось. Халява. Короче, если раз уже не попал вот так вот, то все. Пиши попал. Все пропало. Чё ты жирный очень. Пфф. Да нет, вы чё? В следующий раз пойдем вниз. Вначале в колодец. Может там хпшка какая-нибудь есть. А тут, кстати, тоже ж можно было бы сломать, но он вниз не бьет же. Странно. Семьдесят защиты. Покоряет все сердца. Стоит, блин, и то дорого так. Щит 70. У меня сейчас щит водяной. 20. А подожди, а почему у меня вот такой, надо было такой, он мощнее щит сюгуна. Так, 65. 70, уже лучше. 56. 30. А этого интересно сколько? 50. Ну тут всякие особенные свойства и прочее. Ай, надо было ш... Я ж теперь не выпрыгну отсюда так. Надо ж было поменять на рыбу. Ладно, думаю, на этом мы закончим на сегодня. Как оказалось, она длиннее, чем думалось. Как минимум еще на один раз точно будет. В следующий раз замучим этого капитана. И будет часть. А на это, наверное, все. Я тут погуляю, похожу, посмотрю. Может, чуть пофармлю. Пока все. Лайкайте, комментируйте, подписывайтесь. С вами был Алекс Страга. Всем пока.